Зрители, добрый день. В общем, ребятки, сейчас денек начался. Сейчас кидаю следующую трубку медную с этого, с блокировки. Сейчас гоню туда. В общем, продолжаю. В процессе работы буду все вам показывать. В общем, оказываем, ребята, первую медицинскую помощь Интеру. Делаю вот такие вещи. Смотрите, шланг собираю, трепчатая изолента, и заматываю трубочки. Вот. Значит, я их собираю в кучу, заматываю. Вот так вот. Это я видео Руслану. Руслан будет меня смотреть. Руслан, что на Америке работал, чтобы с ним у дяди Феди встречались где-то там под, между Красноярском или Иркутском. Помнишь, Руслан, как у тебя эта проводка перетерлась внутри гофры, блин. Вот чтоб такого не было. Вот. Заматываешь вот так изолентой тряпчаной. А потом берешь фенчиком, подогреваешь. Сейчас я все покажу. Все будет жизненно важно, потому что рассказываю, почему так происходит. Этого никто не делает и делать не будет. Объясняю. В любом случае, когда ты на тормоз нажимаешь, ну то есть пользуешься вот этими трубками, они играют, они, у них постоянно идет игра. Помимо того, что идет вибрация, ну то есть вибрация на кочках, они еще и раздуваются, расширяются. И то есть, например, со временем, когда сейчас я здесь сверху вот этой всей фигни кину сейчас гофру, то есть они в гофре трутся. Проходит там 4 года, 5, все, блядь, шлангов хана. Вот, поэтому я сейчас что делаю? Делаю, как считаю нужным. Делаю такие вещи, и с проводкой у меня будет то же самое. Да, это гимор, да, проблема, да, долго. Но я думаю, не дольше, чем потом, блин, с этим говном воевать. Вот, поэтому все это сейчас мы вот так упакуем. Потом, сейчас я домотаю, вам покажу, что дальше. Особо что плечо. Во. Один изолента, я что-то не веду ни хера. У нас же это, как говорится, сюда камеру бежали, звони. Вот. У нас же, как говорится, нанотехнологии. Машина-то Боинг. Не то, что там сопли, блин. Не, ну, можете, ребята, там соплями намазать, проволокой закрутить. Это ваши жизненные сложности. А у нас все четко, блин. Так вот, ребята, сейчас мы это дело замутим, блин. В общем, если бы это было летом, можно было бы этого не делать. Ну, феном не видеть. А так как сейчас холодно, просто я не нагреваю, вот моя рука чисто тепло. И все. Чисто тепло даю. И все. И вот она липнет. Поняли? Сейчас я обматываю вверху. Вот, дальше. В общем, так, ребятки, получается. Вот я обмотаю. Вот такая у меня получается тема, блин. Вот так вот. Видите, как? Здесь хомутиками возьмем вот так и все. Сейчас я просто выше там засуну, там обмотаю, потом ниже опущу.
В общем, примерно, ребята, вот так будет. Это примерно так. Вот. Значит, потом я сейчас сюда одену гофру. И тогда уже хомутами сделаю. Но это я уже буду делать. Сейчас мне надо проверить воздушную систему. Вот. То есть все это в увязочке будет. Все это будет по красоте. Вот. Из-под колеса будет сюда снег наметать. Он никогда в жизни ничего тут не сделает. Вот с этой фигней. Сейчас еще гофру одену. У меня гофра есть. Так, мне сейчас что надо сделать? Сейчас вот это я подсобрал. Сейчас внутри разобраться вот с той коробкой. Сейчас все поподсоединять там. Ну и там уже дальше будем смотреть, что к чему. Потому что надо будет двигать на передние тормоза сделать. И в принципе можно провести демонстрацию. Ребята, длинные эти штуцера были, они мне не понравились. Я их чуть-чуть подрезал. Сейчас покажу, какие были. Нахрен они мне нужны, такие длиннючие, блин. Вот. Я их чуть-чуть укоротил, блин. Смысла не вижу в их длины. Это, по всей видимости, то ли, блин, я не знаю вообще, откуда они. Может, в раме где-то стояли. Ну, с наших российских каких-то космических кораблей. Вот. Сейчас покажу. Пойдем, покажу. В общем, сейчас передок надо подключить. Они были вот такие, поняли? Вот такие здоровые. Ну нафиг она мне нужна, эта резьба такая лишняя, блин. Смысла вообще никакого не вижу. Сейчас я это такую фигню сделаю. Так, все. Так, ребятки, все, я подсоединил и мы смолим. Смотрите. Поставил такой вот я тройник, ну уже и сбросной, подсоединил шланги, запустил эти шланги полностью в утеплитель, чтобы они не терлись, и как раз заодно шуганули, блин, вот этот с радиатора тоже в утеплитель до самого края, он с этой стороны. Ну, покажи мне. Вон бахнули сразу в этот утеплитель. Еще вот этот надо останется потом, который с верхней части радиатора. В общем, опускаем кабину. Вот тут уже все поподсоединяли. В общем, надо сейчас это дело все пробовать. Опускать кабину и заниматься сейчас соединением всех патрубков внутри. В общем, здесь я тоже подсоединил. Вот так вот сделал. Вот. Ну, в принципе, это вы видели, да? Это надо будет соединение на дудку, на сигнал пойдет. Вот здесь вы это тоже вчера видели. Вот так вот смотал все. А потом вот это я еще в кабель-канал запущу. Так, сейчас опускаем кабину. Ребята, и будем заниматься внутри. Сейчас внутри надо все эти трубки как-то в кучу собрать. Как их собрать в кучу, я не знаю. Вот, сейчас будем пробовать. Вот, вот сейчас я опустил кабину. В принципе, вот эта вся часть зажмется. Так это все получается. Вот. Тут ничего цеплять не будет. С этой стороны все нормально. Вот. Все это потом увяжем. Вот так вот кабель-канальчик заберем. Вот посмотрите, что получается под кабиной, под колесом. В общем, ребята, такая получается красотища.
Все, полез я сейчас наверх. Там что-то трепать, не знаю что. В общем, залезли мы в кабину опять. Вот, значит, установил датчик этот. Значит, теперь что нам предстоит? Вот. Предстоят, ребята, нам серьезные дела. Серьезные победы. Вот. Теперь нам надо сейчас что сделать, блядь. Это все, ребята, нам надо подсоединить. Мы все это подписали. Так, это у нас ручник. Это у нас блокировка. Это у нас основной воздух. Это у нас идет с этого, с тормозов. С тормозов. То есть это приходит, с, получается, с того ресивера. Вот, справа. Ну, сюда. Так. Ну, я думаю, знаете что? Сейчас, наверное, сына мы берем, все это вымываем, блин. Клеим сюда эту херню, блин. В общем, наводим здесь порядок сразу. Продуваем, на место ставим. На место ставим хотя бы предохранители. И вот этот блочок. Вот, его надо будет попереизуродовать тут, попересверлить, и все это накидать этого. Блин, я стою, видите, да, согнулся, блин. А тут можно прыгать, блядь. Это все болезнь бафа, блин. Вот. Никак я не привыкну, блин, что тут можно в пляс спускаться. Да, кабина вообще, караул-тревога. В общем... Сейчас, наверное, мы займемся вот этой фигней, обклейкой. Вот. В общем, это сейчас все сделаем. Потому что, ну, смысл сейчас, ну, можно, конечно, попробовать. Блин. Можно попробовать сейчас, что сделать. Не клеить ни хрена, а в плане того, что... Вот это все надо сейчас подсоединить. Как это все подсоединили? Вообще ничего не пойму. Вот. Ну, как-то надо это все подсоединить. И, в общем, тогда, а что-то подсоединить, а что-то, ребята, надо сейчас заглушки поискать. Потому что тут слишком дохрена разных отверстий, которые не нужны. Их надо будет заглушить. Вот. Либо резьбу нарезать. Мы сейчас посчитаем, сколько нам всего надо выходов. Вот. И потом будем с этого танца устраивать. В общем, ребята, это просто вилы, блин. Вилы натуральные, блин. В общем, меня эти резьбы, блин. В общем, сейчас взял вот эту баклушу. Начал химичить. Блин, опять ни хрена не получается. В плане того, что надо, чтобы резьбы были. Ну, не могу трубки соединить все в кучу, блин. Вот. Еще сегодня с этими пандемиями. Там магазины закрытые были. Ну, вообще, блин. А вот что делать дальше? Как соединить? Как соединить? Там две трубки, я вообще не, просто не представляю. Верите, блин? Даже не знаю. Вот, ну, смотрите, какая резьба получается. В общем, перерезаю все это дело, ребят, на тракторные штуцерая. Вот, на 14-ю резьбу, блин. Че, в первый раз? Ну, блин, вообще, блин. Видите, все плотненько, все в огнях. Вот. В общем, все прогоняем. Все закручивается, все откручивается. Покажи резьбу. Вот такая вот резьба.
Вот. Ну, в общем, занимаюсь перерезкой. Думал сегодня уже запустить агрегат. Ни хрена. Вот. И все так просто. В общем, кусочек такой хороший, блин. Ну, вот мне сейчас надо три отверстия сделать. А два отверстия заглушить. В общем, блин, что-то такое. Что-то такое с чем-то, блин. Вот. Что-то нарезаем, что-то глушим, блин. В общем, пока кручу.